Все. Детишки ушли. Я побежала на почту, отправила посылку. И пришла, тоже есть хочу. Их накормила вот такими вот отбивными. От Ганны надо опять купить и забросить в морозильник. Очень удобно. Вот так вот знала, что они мне придут. И времечко у них есть. Это полтинник все-таки нашла. Слушайте, по всему дому мелочевка это валяется. Вот. Сварила макарошки. Сейчас вот мяско обжарится, положу сюда макарошки, давно не варила. Вот, пускай жарится все, а я пойду переоденусь. Потом я вам покажу, что я тут купила по дороге. Целый мешок. Что это такое? Что это мутнеет этот самый. Эта девушка у меня лежит сделанная, а эту так и не берусь теперь. Все, то во дворе, то еще что-нибудь. И синенькую заказала, попалась она мне. Вот, ну что-то у меня опять с этим самым... С моим... Как он называется? О, сейчас сделала большой огонь, сгорит мое мясо. Слушайте, лицо горит невозможно. Сейчас я вам покажу себя. Лицо горит. На улице такое пекло стало сегодня. Жарко. Выходило, было ничего как бы то. Потом даже дождик закапал. А потом, как загорелось у меня лицо, кто-то меня, наверное, обговаривает. Но вообще на улице ни витриночки. И душно. Так, это очки надо положить в сумку, а то я когда-нибудь их забуду. Так я и не доехала до этой самой заказать себе путевку, потому что вот дети отсидели у меня полдня, мальчишки бегали по огороду, в воде там бултыхались. Вот, поэтому я никуда не пошла. Мы сидели с Аришей, болтали, кушали, детей накормили, потом сами кушали пиво. Какое пиво? Бабушке крыша поехала. Кофе пили со сгущенным молоком. Я пиво вообще не пью. Я немножко шампанского могу выпить, а пиво я вообще не пью. Я даже забыла уже, когда я коньяк пила. Раньше с Людой бывало. Вот придет она, мы с ней так по 50 грамм коньячка выпьем. А теперь вообще ничего спиртное, ничего. Вот шампанское. Вася приезжал, шашлыки когда делал, немножко шампанского. Ладно, девочки, пойду я раздеваться, потому что мне очень жарко. Я в платье, шифоновое и на подкладке. И сверху еще вот такая вот штучка. Поэтому мне как-то жарковато. Как вам показать ниже, даже я не знаю. На талии такое вот оно отрезное, тут как ремешок сделан. Вот. На ногах были шлепанцы, но, конечно, я их уже сняла. У пороги я сняла, я по дому в обуви не хожу. Вот сейчас я переверну свое мясо, оно у меня уже зажарилось. Сниму очки, пойду сниму это все, потому что мне очень жарко. Все, смотрим. Там у меня уже греется, мясо уже дожарилось, греются макарошки. А я вам покажу, что же я купила. Ну, во-первых, Шмяку купила корма. Потому что у него там осталось немножко. Вот он сейчас сидел, ждал, высиживал. Хотя в миске есть все. Нет, ему надо обязательно подсыпать. Потом я купила вот такие вот булочки. Вообще собиралась купить полбатончика, но не было уже. Уже потому что я поздно пришла, взяла хлеба. Но хлеб мягенький. Вообще красота. Правда, не с чем есть, потому что макароны, какой хлеб с макаронами. Но зато купила помидоры и огурцы. Ну вот трясется, все трясется. Вот. Взяла огурцы. Огурцы вот такие огромные, по 2,89, и помидоры по 5 рублей. Помидоры дорогие, но зато они красненькие. Ну, взяла две штучки. Вот. И что я еще взяла? Взяла 100 грамм конфет, потому что дети все съели эти мягкие, а те, которые у меня были с грильяж, говорят, нет, мы зубы ломать не будем. Они, кстати, и не твердый грильяж, я очень люблю. И эти самые, как они называются, снегири тоже не ели. Вот. А эти все слопали с вазочки. И еще взяла печенье. Это в коммунарке я взяла. Взяла 300 грамм печенья, потому что вот сегодня пришли, а у меня ни хлеба, ни булки, ничего нет. Я с утра собиралась идти на рынок. Потом Аришка позвонила, мы к
тебе придем с поликлиники. Ну, думаю, ну куда ж я пойду? Что, я пойду язык на плечо бегать, это самое, хватать там, что это? А надо было мне овощей купить, так я их и не купила опять. Очень хочется холодника, но надо же бураки купить. Вот. Ну, а чем угощать? Вспомнила, что у меня печенье есть, но было не такое. Но я твердое такое покупаю. Я не люблю песочное, которое вот во рту там это самое, фу. Потом рассыпай его. И взяла печенье по дороге. Как я ходила на почту, я купила вот такого вот беленького печенья. Вот это вот вообще с кофе очень вкусненько. Такое вот, как Максима зефирки называет. Вот, вот и все. Сейчас там догреется. Я буду тоже обедать. Ой, копейка свалилась. А у меня везде, слушайте, девочки, везде. Дети сегодня ходили и по всему дому собирали у меня деньги. Смотри, мы еще нашли, мы еще и по 10 копеек. Не то, что там по 1 копейке или по 2. А там и 50 нашли, и 20. У меня когда вот так вот дадут сдачи, я куда-нибудь или в карман, или в сумку так вот, в кармашек какой-то, то просто так вот в мешок, вот просто бросив, дали копейку, я его в мешок. Буду я еще доставать ради копейки, доставать кошелек, туда открывать, ложить. Знаете, как в этом анекдот был. Вот бабушка взяла сумочку, из нее в другую сумочку, там кошелечек. Так вот и у меня получится. Поэтому я вот эти все сдачи потом начинаются. По всему дому эти монетки валяются. Вот даже не знаю, куда она улетела. Даже я ее не вижу. Вот. Так что вот так вот. А завтра, вот завтра я обязательно, потому что завтра уже пятница. Да, завтра пятница, завтра я обязательно поеду в этот в райисполком или горосполком. Не знаю, адрес есть. Возьму такси и скажу, чтобы меня туда довезли. Вот. А куда, куда и что, даже не знаю. Но есть у меня бумажка, на которой написана улица, написан дом, написан кабинет, так что съезжу. Вот. И. А уже в субботу пойду на рынок. Возьму сумку, возьму эту сумку, которая от Эйвен. И пойду за картошкой, за бураками, за морковкой, за всеми овощами. И тогда-то холодничку наделаю. Много сделаю. Густого. С огурцами, с луком. У меня, кстати, лук вырос уже свой. Вот этих 10 лучин выросло. Вот такие вот длинные. А еще у меня там лук есть такой вот тонкий, который прямо с земли без луковиц. Все, девочки. Наверное, на этом все. Больше рассказывать совершенно нечего. И вообще, ну что рассказывать? Что рассказывать? Зимой нечего. Сегодня, вот потом я там подставлю, я говорю, Ариша, я говорю, ну можно я вас хотя бы сзади немножко подснимаю? А то все говорю, приходят мои детки. Это уже Вася молчит так, тихо. Когда я его начинаю. Раньше тоже выступал, сейчас уже молчит. Таня категорически, даже если только заходит, видит, что я взяла телефон, сразу поворачивается, все, Галя, прекрати, ни за что. И Алла такая же самая. Вот, руки можешь мои снять с моим маникюром, а меня не надо, хотя она всегда выглядит хорошо, подстриженная всегда, на маникюр ходит, на педикюр ходит, всегда такая, вот. Так что вот так вот. Так что хочу кушать. Надо сейчас покушать. А потом вот, не знаю, салатик сделать или уже не делать, уже поесть, а там видно будет. А к вечеру уже, может быть, тогда на ужин сделать салатик. Еще в принципе, третий час только. Еще третий час, так что еще раз можно будет, если я сейчас не наемся этих булочек после макаронов с мясом. Вот. Не наемся. А сколько тут булочек? А? 2, 4, 5, 6. В магазине в копеечке я покупала такие булочки. Тоже вот столько их было. Стоили 2,35. А здесь в хлебе в горячем рубль 44 или 46. Потому что там две лежали разные кучки. Там еще были ванильные булочки. Как-то они мне сегодня достались под вечер. Обычно их очень разбирают. А я так люблю вот с корицей вообще.
ванили, корицы. Вообще вот это вот все печеное люблю, обожаю. И даже вы знаете что? Сейчас сегодня одела вот это вот платье. Это я привозила с Хургады. И оно на мне болталось. Я покупала такое посвободнее, потому что я его мерила на купальник. Мы шли с пляжа, купальник был влажный. И я говорю, вы мне дайте побольше, пускай он будет лучше свободно. И вы представляете, сегодня одеваю. Сегодня одеваю, оно почти... Почти по мне. Вот только немножко потолстела. Конечно, жравши булочки. Булочки вкусненькие, да, это самое, да, конфетки. Да еще сейчас же это овощи. Овощи, много едим овощей. Я вот вечером, вот когда ничего не хочется делать, садишься к телевизору, фильм вот шел в 18:30, а хочется есть, но не хочется пропускать там. Я тогда кусочек батона... Наверх кусочек колбаски копченой, а наверх огуречек. Пару штучек положила в этот самый на тарелку и в комнату к телевизору. На кухне-то у меня телевизора нету. Я в комнату, ну и вот так вот. А потом конфетками закусить, а потом уже иду вечером кофе запивать. Кофе, не кофе, а кофе. Вот, вот так вот, вот так вот и наела. И вроде бы и копаюсь в огороде, и на коленях я там ползаю, и мешки эти тягаю. Но надо, наверное, прекратить, что-то у меня опять 3 дня подряд у меня давление прыгает. Вот. Надо это дело особенно... Я решила, что это самое... Получу следующую пенсию. Сейчас уже не за что это самое, потому что неизвестно, если он придет, этот, который косит траву. Тем более она у меня не такая большая выросла вообще вот здесь вот по дорожке. Но я думаю, что я договорюсь. Их много там, оказывается, этих в этом году, которые косят. Я договорюсь, ко мне придут, скосят, и все. Не надо мне покупать этот самый, не надо мне думать, как у меня купить провод, не надо мне думать, как от меня потом заряжать вот эту вот проволоку, леску. Вот, или Ариша говорит, я приду тебе покажу. Я говорю, не надо, Ариша. Тут мальчишек привела, так все время только этому самому Максюш. Максюша, смотри за Мишкой, чтоб Мишка туда не залил, Мишка туда лезет. Вот. Я говорю, Максюша тоже хочет возле нас постоять, поговорить с нами. Я говорю, а ты его все время дергаешь. Вот, тоже в воду лезет. Я говорю, Аришка, ну он же тоже маленький еще. Ну он же еще маленький. Он вот первый класс закончил сейчас. Он еще... Ну и я помню, как я его растила. Поэтому он для меня еще совсем-совсем маленький. Мои любимые мальчишки, мои любимые девчонки. Все, девочки, на сегодня все. Баловники мои любимые пришли. Сначала в воде. Тут баловались. Максюшка молодец, мне все грядки полил. Умничка моя. Вот. Шмяк как воду пьет, спустится лапой, вот так вот отгребет, чтобы это самое, чтобы муху не есть. И лезет туда, хотя я ему всегда наливаю это самое. Наливаю все в эту, в тарелку. Аришка никак не дозовется их, безобразников этих малых. Хорошо на улице, теперь хорошо. У вас теперь тоже хорошо. Вы живете теперь уже в доме, так вам тоже хорошо сейчас. Вы ходите гулять там? Домой уже собираются, уже покушали, поболтали. Ариша мне опять сделала там в компьютере, что надо, потому что вы слыхали, кто вот тоже блогер, слыхали, что там надо переоформляться? Смотрите, мне давно уже прислали сообщение. А то потом отключат монетизацию. Вообще. Хоть мы и получаем теперь гроши, но все равно отключат вообще. Все, я пошла. Ну все, детки мои пошли. До завтра, пока. А пока. Теперь зайдете послезавтра, да, наверное, как пойдете в поликлинику? Вечером? Ну, ясно. Ну, заходите, когда получится. Пока, Мишка, пока! Пока!
Все, радость моя, солнышки мои пошли. Пошли мои солнышки родные.